Я закончила голову, вот я ее обработала иголочкой, либо крученой сороковой, либо звездочкой сороковой, по поверхности обработала. Давайте рассмотрим. Мы взяли вот такую фотографию, ну, мы делали не портретную, но взяли за основу девушку типаж вот такой вот. То есть нам нужны были выделанные скулы, аккуратный подбородочек. Вот такую девушку. Вот что у нас получилось. Давайте посмотрим по размерам. Длина головы составляет 10 сантиметров. Ширина лица от уха до уха 8 сантиметров. И глубина от кончика носа до затылка 10 сантиметров. Вот такая голова получилась. Я обозначила, где у меня будут брови. Вот я просто их, ну, пробила, как бы показала, где будут брови. Мы сделали припухлые губы, уши. Мы проработали подбородок вот сюда вот. Такие скулы как бы обозначили. Ушки сделали. Что я вам рекомендую? Я рекомендую пройтись одноразовым лезвием по тем местам, которые будут проклеиваться под губами, между губ, вокруг носа аккуратненько. Вот у кого есть мешочки, вот мешочки прямо вот пройтись чуть-чуть, чуть-чуть аккуратненько. По уху, где у нас завиточки будут, взять, пройтись прямо лезвием. Можно потом еще иголочкой на раз пройтись. Вот так вот. Вот такое лицо у нас получилось. А еще одноразовым лезвием на этом этапе нужно сделать отверстие. Оно у нас пойдет параллельно лицу. Я взяла одноразовое лезвие и потихонечку вот нашу куклу крест-накрест вот так вот сделала отверстие. Из провода, из такого же провода, как сделан наш, будет делаться наш каркас. Вот я вставила ее. Вот так это будет выглядеть. Что я еще рекомендую? Я рекомендую взять влажную салфеточку и наложить на лицо. Прямо обтянуть как бы наше лицо, прижать его, и пусть она в таком состоянии полежит. Это поможет нам прибить какие-то волосочки ненужные, выровнять немного поверхность. Некоторые мастерицы прямо приваливают вот эту салфетку, делают прорези и сверху одевают колготки. Очень хороший способ, чтобы сделать совершенно ровное лицо. Но у меня и так хорошо обработано. Может быть, я попробую когда-нибудь в другой кукле, но в этой я не буду. Но приложить, и у вас не будет ни мараться лицо, сохранится, и пусть оно полежит у вас, в таком состоянии будет находиться. Итак, мы закончили лицо. Вот что у нас получилось со всех сторон. Будем приступать к телу.